тихонько умирать. Утром побредут копать могилочку, а потом от коньяка блевать. Я казненный этим злобным временем. Я убитый черствостью и злом. Я распятый дикой жлобской серостью, равнодушием и шантажом. В этом зале находится молодая красивая женщина, которую я когда-то любил. Она смотрит на меня, я смотрю на нее. Между нами игра глазами, игра взглядами. Но мы уже не вместе. Стихотворение называется «Придуманная подлость». Мы никогда друг друга не забудем. Мы никогда друг друга не вернем. Холодный ветер сильно в сердце дует и шепчет, что мы больше не вдвоем. Я много делал и дарил, и тратил. Все для того, чтоб не настал разрыв, разрыв любви. Разрыв твоих объятий и нашей свадьбы будущей. Разрыв. Простой скандал. Придуманная подлость. Твое желание конфликт создать. И нет в сердцах надежды на влюбленность и некого на свадьбу приглашать. Твой путь опять активный. Счастье поиск. Мой путь опять о прошлом вспоминать. Холодный ветер горе не прогонит, но я тебя уже не буду ждать. Из книги стихов «Изумрудная мама», пояс Богородицы. Сны. На горе Афон, кому-то малиновый звон. Сны на горе Афон, кому-то предсмертный стон. Сны на горе Афон, мне, Богородице, плач. Колокола звон, защита от неудач. Дождь и слякоть, ветер, снег, люди не уходят. 26 часов стоят, а терпенье молят. 26 часов подряд просят, чтоб свершилось. Прикоснуться к поясу, к чуду. Дай Бог силы. Пояс Богородицы, руку приложи. Пояс Богородицы, от смерти удержи. Пояс Богородицы, верую в тебя. Пояс Богородицы, святыня. Моя. Сны на горе Афон, кому-то малиновый звон. Сны на горе Афон, мне богородичный плач. Колокола звон, ты помолись и не плачь. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Там, в стране преображенных, реки. Реки молока и из меда берега, и прохлада утомленным с непрекаянной душой. Помяни за упокой. На земле преображенных где-то около Христа поминают нас уста матерей за нас, бездомных,
рваных, с нищей душой, помяни за упокой. Из страны преображенных в нас жестокий дикий мир льется от Христа, от Бога, заполняя весь эфир богородичное слово, слово правды неземной. Помяни за упокой. Здесь, где доля обреченных, не доходят никогда ни молитвы, ни слова, только страх, да ветер вольный. Голод, холод, слезы, вой, помяни за упокой. Уважаемые дамы и господа, вообще никто никого не держит, мы можем расстаться уже легко. Да, если вы хотите уйти, вы можете уйти, Сергей. Нет, я вас приглашаю остаться. Это плохо, Сергей. Нужны полутона, как у Чехова. Но это вам. А мне нужна конкретика. Ну ладно. А Николай, самое ваше любимое стихотворение можно послушать? Андрей, мы сегодня уже не располагаем временем. В следующий раз, да, я обязательно прочту. Вот сейчас, там ваше любимое. Сейчас, наверное, самое любимое не получится. Он сейчас ее споет, свою самую любимую. Ну, одно из лучших, что просто интересно, там, мне честно интересно. Ну, сейчас вот наши коллеги нас покинут, чтобы не было шороха. Значит, не поймут, да? Да. Я предлагаю, давайте пока концовку мы запишем. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам. Уважаемые дамы и господа, сегодняшний концерт на улице Арбат, дом 35 в городе Москве, под крышей Центрального дома актера, подошел к своему завершению. Я очень надеюсь, что наши творческие встречи будут продолжаться. Проект «Стихи и рок-баллады», созданный православным просветителем, общественным деятелем Татьяной Николаевной Костромитиной, приглашает всех желающих поделиться своим творчеством. Пожалуйста, если вы пишете стихи, если вы исполняете кавер-версии, если вы исполняете собственные песни своего сочинения, пожалуйста, мы будем рады пригласить вас на сцену проекта «Стихи и рок-баллады». Этот проект создан Татьяной Николаевной Костромитиной. Меня зовут Николай Костромитин. Я желаю вам всем счастья, успехов, удачи. До новых встреч. Мы любим вас! Андрюш, прикройте дверь. Вот люди же ходят. Сереж, попросите Романова не играть 2 минуты. Это тот парень такой.